Сейчас все продукты питания у нас Алтайского края, это все качественная продукция. Плов, котлета с гарниром, макароны с гуляшом, запеканка и выпечка на любой вкус. Классическое школьное меню для учеников младших, средних и старших классов представила мэру города и депутатам Барнаульской городской думы руководитель комбината школьного питания «Глобус». Меню сбалансировано с точки зрения получения калорий, белков, жиров, углеводов на каждый день, чтобы ребенок получил максимально все виды продуктов питания, которые есть для того, чтобы он мог развиваться. А как вы это знаете? Через какой документ? Есть, соответственно, сборник рецептур, который регулирует эти, соответственно, все процессы. Комбинат школьного питания постоянно совершенствует рецептуру и при разработке меню строго следует рекомендациям Роспотребнадзора. Около 12 ежемесячных проверок на качество продуктов питания каждый месяц проходит. Вот, соответственно, причем, если мы находим какое-то нарушение, то на поставщика накладывается штраф и все, соответственно, проверки за счет поставщика. В этом году комбинат разработал новинку. В школьном меню появились гамбургеры и пицца. Правда, только для старшеклассников. Директор комбината заверил, что в отличие от фастфуда, новые блюда не содержат вредных добавок и нравятся детям. В разработке сейчас и легкий овощной итальянский суп под названием «Министрони», который мы тоже, соответственно, планируем вводить в ассортимент. Вот мы его сейчас уже отработали, посмотрели. Позиция достаточно популярная. Острый, нет? Нет, он не острый, естественно. У нас в школьном питании мы вообще, в принципе, не можем использовать черный перец и вообще любые виды перца, потому что как бы, у нас есть 45 видов продуктов, которые запрещены в использовании в школьном питании, в том числе перец. Глава города отметил, что прежде чем вносить радикальные изменения в школьное меню, убирать или добавлять какие-то позиции, нужно учесть мнение родителей и самих школьников. Приучаем к здоровому образу жизни. Через что? Через сбалансированное меню, согласованное с Роспотребнадзором. Меняем, об этом говорим. Меняем, об этом предупреждаем. Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич отметила, что депутаты постоянно мониторят ассортимент блюд в образовательных учреждениях. И наблюдения показывают, что питание в школьных столовых с каждым годом становится все качественнее и разнообразнее. Валентина Аскерова, «День с толком».